Никогда я не думала, что из этих ингредиентов может получиться такой вкусный сырный пирог. Он настолько быстро готовится, а получается невероятно вкусным, пышный. С сырной начинкой – это просто чудо. Из фасоли выливаем лишнюю жидкость. У меня одна банка. Перебиваем блендером фасоль и добавляем 100 грамм йогурта без добавок. Продолжаем взбивать. Добавляем 3 яйца. Кукурузную муку 100 грамм, разрыхлитель 10 грамм. После внесения каждого ингредиента нужно взбивать. Сыр фета я взяла одну пачку, разрезаем на кубики, зелень мелко нарезаем. Берем форму для запекания. Если у вас металлическая форма, то смазать ее маслом. Если силиконовая, то можно не смазывать. Выливаем часть теста на дно. Затем кладем сыр и зелень. Сверху выливаем оставшееся тесто. Ставим в духовку 180 градусов и готовим приблизительно 45 минут. За 15 минут до готовности вынимаем пирог, смазываем либо яйцом, либо сметаной, либо молоком и посыпаем кунжутом по желанию. Как сверху образовалась румяная корочка, достаем пирог. Он готов. Вынимаем из формы и подаем к столу. Очень вкусный, мягкий, сливочный, сырный пирог. Попробуйте обязательно.